представляете, я хотел сказать, какая случилась фигня со мной. Я сказал слово матом, извиняйте, поощряйте, как хотите, хотите, камнями кидайте, хотите, не кидайте. Я попытался скачать этот минус сайта, откуда он играл, и он мне говорит, зарегистрируйся, пидорас. Я зарегистрировался, зашел с аккаунтом Google, начал пытаться скачать музон, а он опять не качается. Он выдает мне, что купит подписку за 9 евро 99 центов, чтобы смочь этот минус скачать и под него зачитать. Он просто немного не подрасчитал, что у меня есть бандикам. Он звук снимает так же классно, как будто он был оригинальный, иностранный. Они даже никогда не подозревали, что он заранее установлен у меня на компе и проплачен. Теперь пусть плачут. Не будут платить им больше никакие люди в этом мире, в том числе меня нужно отметить. Я тут как бы стал родоначальником этого. Давайте попробуем скачать с рутрекера какие-нибудь сторонние программы, чтобы также юзать слот бесплатно, как это мы делали ранее. Кем мы являемся сейчас, кем мы себя быть заставили. Послушай, он до сих пор записывает этот трек. Сколько он будет идти сейчас, сколько он его будет записывать. А мне придется что-то начитывать, и чтобы твои уши оставаться продолжали здесь. Я мог бы вечно так подбирать разные слова, а в обход других слов противоречили соответствие другим словам, чтобы это как-то звучало нормально. Но поверь, еще не так много сегодня принял я, чтобы рассказать тебе о реальной истине. Посмотрим, сколько мне еще чесать, читать, читать, писать осталось. Всего лишь меньше половины трека, в районе 1/3. Но я попробую продолжить потом этот бит, опять же выдерну я, и эта часть никуда не денется, которую ты смотришь сейчас. Я ее просто задницей прилеплю, чтобы ты мог добраться до нее, парень, сука. Ой, сука, это не мат, простите, опять было грубо. Какой же я классный без мата, но мне все нравится, какой я без мата. Вы это можете поздравить своими жирными лайками на. Опять я ничего не сказал, и опять ты будешь обвинять меня в том, что я сильно матерюсь в своих треках, особенно в своих фристайлах, особенно когда начинаю что-то важное рассказывать. Я не буду так делать, если ты попросишь. Я могу быть резиновым, чтобы ты натягивал меня, как Вадим уходил в нее своим большим. Ты знаешь, чем, ведь я не матерюсь, друга оставим это дело в прошлом. Я уже закончил, наконец, это сколько стихов осталось. Не смогу сосчитать слова в этом треке. Панчи речитативы, которые то не получались, то ли не получались. Но трек кончается, нам придется это закончить. Здравствуйте, короче, ребята. Вот такие вам, короче, там хит-диш, где пошла играть, все выключаю.